пятницу в Самарской области пасмурно, пройдет дождь, местами сильный, станет прохладнее, днем плюс 4, плюс 6, ночью минус 1, плюс 1 градус. Ветер северо-восточный, 1,3 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, дождь, в светлое время суток плюс 5, в темное 0 градусов, северо-восточный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти тучи, дождь, днем плюс 5, ночью минус 1, северо-восточный ветер 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно, осадки в виде продолжительного дождя. Днем плюс 5, ночью плюс 1 градус, северо-восточный ветер 2 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 87%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.